Крещение отметили по всему краю. Даже в Норильске, несмотря на сильный ветер, люди пришли на озеро Долгое, традиционное место омовения для жителей северного города. Идти купели верующим пришлось буквально сквозь пургу. При этом свободного места в проруби почти не было. На западе края, в Назарово, окунуться в ледяную воду захотели сотни человек. По словам местных жителей, в этом году там как никогда много молодежи и тех, кто совершает обряд впервые. В Енисейске искупаться в Иордане можно было на Монастырском озере. Это священное для православных место, и по традиции омовения здесь начинаются в полдень, сразу после того, как настоятель местного храма, отец Иоанн, осветит воду. Очереди за святой водой выстроились у красноярских храмов. В кафедральном соборе на Сурикова разливали святую воду во дворе. Люди с самого утра стояли у ворот. И число желающих прибывало с каждым часом. Служащие отмечают, что такое явление традиционное. Все хотят именно в день празднования крещения набрать воду. Считается, что она обладает целебными свойствами. Ей можно лечить разные недуги, она оберегает и защищает от бед. Красноярцы рассказывали, что приходят в церковь почти каждый год, чтобы набрать воду.